Отдали в прежние руки. Щенка, спасенного из заточения, вернули старым хозяевам. Накануне зоозащитники вызвали собаку из холодной машины, где она провела несколько дней. Но отыскался хозяин пса, который потребовал вернуть его обратно. Активистам, забравшим пса, пришлось писать в полицию объяснительную, почему они забрали чужое имущество. Оказалось, щенка зовут Микки. В машине его оставили хозяева, молодая пара. Мол, лишь на выходные, пока они не в городе, ведь их родители против собаки дома. В багажнике для питомца заботливо оставили еду и воду. Из таких условий волонтеры и забрали пса. Впрочем, сегодня Микки пришлось вернуть. Правда, при условии, что поступать так с ним больше не будут.